Всем привет, мои хорошие! Давно я не снимала фикс прайс и решила сходить в фикс прайс. Мне нужно кое-что купить, но заодно посмотрим, что там новенького появилось. Смотрите, какие ящички хорошие. Для цветов, может, под весны. Или еще для чего-нибудь. Это для подсвечника, да? Смотрите, какие резиночки, набор резинок канцелярских. Так вот, я еще не видела в таком варианте. Интересно придумали. А вот это ластики с запахом. 4 штуки. 55 рублей. Листы для заметок, но это с клейким краем. А я хочу без клейкого края. Ручка интересная. А вот смотрите, какие наборчики. Скрепочки, зажимчики. Девочки, вот это добро стоит 99 рублей. Но они их разных цветов. Смотрите, какие прикольные, да? А вот смотрите, контейнер переноска. Вот так вот он разделен. И ручка. 99 рублей. Интересная штучка. Мне только некуда его поставить, наверное. Зачем он мне нужен? Мне он не нужен, хотя мне он нравится. Вот такой тазик. Он в то же время вместительный и компактный. 199 рублей. Не думала я, что можно купить уровень в этом фикс-прайсе. Смотрите. Разные-разные уровни. И он с магнитом. Видно, примагничивается куда-то. Интересно, его цена какая. Ценника нету. Видно, что здесь есть уровень вот этот. А вот еще держатель. Магнитный для инструментов. Тоже к стене крепится. И туда можно ножи повесить. Или какие-то инструменты вот в гараже. Тоже вот такая нужная вещь. 99 рублей стоит. Я как человек практичный прямо остановилась тут возле этого отдела. И прямо двусторонняя клейкая лента на спененной основе тоже бывает нужна. Набор уголков. Защитные очки. Смотрите. Тоже ценника нету, но, наверное, недорого стоит, я думаю. Такие легкие, пластиковые. Набор инструментов для точной механики, увеличительное стекло. Если бы оно еще было с подсветочкой, было бы вообще здорово. Л
лента мерная, 15 метров. Длинная, да? Точно, померить. Она, кстати, мягкая. Прикольненько. 77 рублей всего стоит. В общем, тут много интересного можно купить. Для ремонта. А вот интересная коробочка. Ее можно применить и для гвоздиков. И что здесь мне нравится, то, что здесь нет уже готовых перегородок. А есть вот такие штучки-разделители, которые можно поставить там, где нужно. А где не нужно, если что-то длинное, можно не ставить. И стоит всего 77 рублей. Очень нужная вещь в хозяйстве. А вот такая плетка на руль. Интересно. Как вы думаете? Маркая, да? Зато мягенькая. Смотрите, серая, желтая. Чехол на руль автомобиля. Ну, мне такая не нужна. $199 стельки гелевые, но они такие тяжелые, такие они толстые, что я даже не знаю, это же в какую обувь их надо положить, я не знаю. Я даже, у меня такой обуви нет. Кожаные. В общем, разные есть стельки. Смотрите, бутербродница 50 рублей стоит. Такая симпатичная, прикольная. А вот это 77 рублей для хот-дога, наверное. По форме напоминаю. А вот стакан, термостакан, 99 рублей стоит. Мне только вот интересно знать, как долго он вообще держит. Там тепло, но он очень похож на мой, только мой снаружи вот он металлический. Ну, интересное решение такое. Разные расцветочки, симпатичный стаканчик. Только внутри он, видите, пластиковый, а у меня внутри он из нержавейки. Вот вся и разница. Поэтому мой-то стоит дороже. Но все равно можно воспользоваться. Недолго, конечно, подержит, но какое-то время подержит тепло. Девочки, такая куча всяких разных контейнеров. И такие интересные есть. И вот такие симпатичные, 77 рублей вот с рисуночком. А вот для сыпучих продуктов. Тут есть такая мерочка, сколько там литров. И она вот такая вот, 55 рублей стоит, но довольно-таки симпатичная. Но у меня, в общем-то, есть, мне пока не надо, но вот если бы было надо, я бы взяла вот такие, мне нравятся. Разные баночки декоративные. 77 рублей вот такая банка. Пластиковая крышка, дно прозрачное. Ну, тоже интересно. Интересненько. Люблю вот такие пушистенькие, прям мягкие носочки. Но они сейчас мне не нужны. Розовенькие есть, беленькие. Но уже 99 стоит. Раньше они стоили 55 рублей. А вот хлопковые вроде бы короткие. Девочки, вот такая вот пилочка двухсторонняя для педикюра. 99 рублей стоит. Вот классная вещь. Кстати, сейчас самим себе делать педикюр вот такого актуально. Пяточки почистить. Здорово очищает. Ну что, девочки, вот мы и сходили в фикс прайс. Посмотрели, что там есть на полочках. Но сейчас я вам хочу показать, что я купила для себя, для дома. Купила вот такие пакетики для мусора с лимонным вкусом, с лимонным, вернее, запахом, вкус, какой там вкус. 30 литров.
это по 50 рублей. Ну, вы уже такие пакетики знаете для мусора. И еще я взяла вот такие большие пакетики для завтраков. Здесь 100 штук. 26 на 40 размер, тоже 50 рублей стоит. Еще по 50 рублей взяла батарейки. Пальчиковые и мизинчиковые. Эти 50 и эти 50. Батарейки всегда нужны. Постоянно, везде они нужны. Они часто заканчиваются, поэтому всегда запас должен быть. А вот такую я взяла Бреф. Только вот в таких вот штучках. И здесь нежная магнолия, запах. Стоит 99 рублей. Но я вам хочу сказать, Бреф такой в магазине, в Пятерочке, например, стоит он где-то в два раза дороже примерно. Ну, в общем, взяла, попробую. Что это за нежная магнолия? Запах цветов, наверное, будет. Ну, взяла для пробы. 99 рублей. А вот, девочки, я взяла вкусную соль, чтобы вам показать как раз-таки, какую я соль покупаю. Там она бывает разная, но вот это вот йодированная, 7 блюд. И здесь вот нарисован лучок, белый корень, морковка, помидорчик, зелень. В общем, для всех блюд подходит. Для горячих блюд и для вторых блюд подходит. Много трав, специй. И вот мне она нравится. Стоит всего 55 рублей. Вот это я беру всегда в фикс-прайсе. Покажу вам поближе. Еще, девочки, я взяла вот такую силиконовую лопаточку, 55 рублей она стоит, но она вот с таким закругленным краем с одной стороны, и это очень удобно переворачивать там котлетки или что-нибудь, и у нее тоненький такой край, но иногда деревянная не очень удобна, а вот это вот удобнее будет, и мягкий такой у нее конец. В общем, хотела такую давно и купила, вот 55 рублей стоит всего лишь навсего. А также для кухни я взяла еще вот такую досочку, 77 рублей стоит. Но, девочки, вот такую доску я люблю из-за того, что она гнется. И удобно на ней резать, они разных цветов есть. На ней удобно вот порезать там зелень или что-то. Вот так чуть-чуть ее согнуть и в кастрюльку раз, струсили и удобно. Не нужно вот это ножиком, знаете, смахивать. Вот такие вот досочки мне нравятся очень. Еще я взяла резинку. 10 метров, ширина 7 миллиметров. Резинка такая всегда нужна. Но это, знаете, раньше такие вдевали в трусики. Сейчас в хозяйстве бывает какие-то вот что-то поделки делаешь, и вот такая резинка, она очень нужна. Но у меня она уже закончилась, и я взяла ее заново. И вот еще кое-что собираюсь я сделать на окно. Вот такая резиночка будет мне нужна. 55 рублей всего стоит. Девочки, ну опять вешалки беру. Опять, как же без вешалок? Опять любимый свой розовый цвет взяла. Хотя там зелененький, коричневый, бежевый там были, в общем, синие. Три штуки 55 рублей стоят. Но они всегда нужны. Самое главное, что они очень мало места занимают в шкафу. И вот футболочки повесить, что-нибудь такое, вот на них много помещается. Вот, и они, они металлические, и вот такие, знаете, с антискользящим покрытием. И даже сарафанчик сюда, раз, бретельки. Оп. В общем, мне очень нравятся такие вешалки. Я такие покупаю, мне их много, но их вечно не хватает. В общем, взяла еще. Девочки, ну и вот такое вот средство, это для унитазов. Но здесь еще написано против вирусов. Вот такую бирочку повесили, не знаю. 77 рублей стоит, 10 в одном. Но вообще такое у меня средство было, и я даже не знала, что оно прям вообще от всяких-всяких разных вирусов, бактерий, не знаю. Ну, по крайней мере, вот для туалета это то, что нужно. Очень хорошо и стоит 77 рублей всего лишь навсего. Это недорого. А еще, мои хорошие, я решила побаловать себя мороженым. Мороженое, кстати, стоит 25 рублей вот такое, а жемчуг. Это дешевле, чем в Пятерочке, чем в Магните. Это пломбир очень вкусный и с миндальным орешком. Я взяла вот именно такой вот. Я его пробовала, и мы уже с дочкой брали, по-моему, в прошлом году прям часто-часто брали, по многу. Мы ели летом их постоянно. Вот. Ну, часто мороженое есть, может быть, не очень полезно, но иногда можно себя побаловать. В общем, 25 рублей штучка. Ну все, мои хорошие, вот на этом мой обзорчик заканчивается.
Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.